Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы продолжаем с вами прохождение StarCraft 2. Итак, что в новостях говорят? Наверное, как всегда, с вами Кейт Локвилл на канале UNN. По сообщениям службы безопасности Доминиона, спецагенты выследили и нейтрализовали лидеров группы повстанцев, называющих себя «Лезвие тьмы». Это отличные новости, Кейт. И каковы комментарии агентов? Комментариев не поступило, но я думаю, они довольны проведенной операцией. Итак, уважаемые телезрители, благодаря усилиям службы безопасности, шпионы Джима Рейнера были преданы справедливому суду. Но позвольте, в сообщении ничего не говорилось о Джиме Рейнере. Мы продолжим после рекламы. Интересный ход. Как обычно у нас. Вот еще. Что это за реклама такая? iPistols. Жесть. Такой легкий троллинг Apple. Так, что у нас, собственно, здесь? О, здесь. Винтовка призрак. А ну-ка глянем. Так, 25-миллиметровый карабин C10 Mark 6, разработанная конфедератами незадолго до падения Терсониса. Винтовка Mark 6 является лучшим образцом противопехотного оружия для призраков. Технологии Доминиона не стали изобретать ничего нового и просто продолжили производство УДА. Несмотря на высокий профессионализм, призраки проявляют необъяснимую халатность, когда дело доходит до ядерных ударов. Поэтому их винтовки снабжены магнитным датчиком. Ух ты. Магнитными датчиками, чтобы командованию было проще выявить точное положение призрака. Так, окей. Что у нас здесь? Мы условились, что новая откроет нам секретные технологии призраков. Она сдержала обещание? Твоя девчонка-то? Да, сдержала. Я уже начал искать способы улучшить текущие образцы. Она не моя девчонка, Свон. Профессиональный убийца, который рано или поздно приставит нож к твоему горлу. По мне, так идеальная пара для тебя. Как же ты меня... Так, что у нас, значит, здесь по улучшениям? У нас 205 косариков. Я думаю, Доминион. А, призрак. Дальность атаки. Ух ты. Но это нужно. А это что? Не требует... О, ё-моё, блин, одно лучше другого. Жесть. По технике. Стервятник. Понятно, пехота, база. Ну, блин, надо и то, и другое. 85. Ладно. Давай. А этот в следующий раз тогда возьмем. Пока побегаем. Как в старые добрые. Так, что у нас в кают-компании? Ага, мы здесь, собственно, были. Ох ты! Что тут у нас? Рейнер. Думаю, тебе это понравится. Только не водись с кем попало. Увидимся рано или поздно. Нова. Очередной сувенирчик. Окей. Что в лаборатории? Возможно, что-то интересное. Так, что у нас там по зергам? Так, по зергам ничего нового. По протосам то же самое, ничего нового. А по улучшениям, быть может... Нет, ничего не могу. Ничего не могу. Хорошо, не беда. Пойдем на мостик. Что у нас здесь? Так, ага. Мёбиусам нужно доставить еще один артефакт с мертвой планеты Ксил. Они уже посылали за ним команду специалистов, но пару дней назад те перестали выходить на связь. Думаю, им просто не повезло. Я думаю, вот но это... мы все равно выбьем себе прибавку. Эта планета Ксил не идет особо в, скажем так, основную линию. Вот. Потому что тут Гавань и Волгала более такие важные, как мне показались, задачи, вот, поэтому отправимся сюда. Морг, а не планета. Все обитатели этих руин отдали Богу душу много миллионов лет назад.
Перед тем, как связь пропала, разведкоманда Мёбиуса успела доложить об излучении, которое исходит вон от той каменной громады. Чтобы извлечь артефакт, ученые даже притащили чумовую лазерную установку. Лазерную установку? Это не установка, а монстр какой-то. Если в распоряжении разведкоманды была такая техника, боюсь предположить, что могло стать причиной их гибели. Думаю, скоро мы это узнаем, партнер. Так. И что тут у нас? Задание «Большие раскопки». Удерживая клавишу Shift, вы можете отдать несколько приказов, которые будут выполняться последовательно. Это особенно важно при управлении лазерной установкой. Окей. Ох, ну тут походу компания жесткая. Хорош. Но тут надо тоже засейвиться. Ну что, двигаем? О! Тираны-грабители! Священные тайны этого места не предназначены для чужаков. Свободно. Вы заплатите за вторжение своими жизнями. Так, давайте полный отхил. Теперь мы знаем, что случилось с предыдущей экспедицией. Та-да. Стоять! Если мы сунемся к протосским пушкам, от нас мокрого места не останется. Опа, пара танков. Обещал осадные танки, где они? Хо-хо-хо. Не суетись, горячая твоя голова. Сейчас будут. Пошла жара. И вот эти пушки с безопасного расстояния. Ну, это вообще огонь. Красота. Давай, давай. Последние залпы. Эти осадные танки работают по старому принципу. В режиме осады бьют дальше и мощнее. Но в режиме осады они не могут передвигаться. Если захочешь их переместить, включи режим танка. Угу. Все ясно? Конечно. Положись на меня! Все как обычно. Вперед! Так, а ну один боец. На разведку. Опа. Нужно установить танки на возвышенности. Хорош, сейчас сделаем. Они снесут этого сталкера в клочья раньше, чем он дойдет до нас. Не вопрос. Я уже заждал. Выкладывай! Я воронку делать будем! Говори громче! Опа. Куда стрелять? Вооружен и опасен. Пара залпов. Чудесно. О, там еще один. Все понятно. Гуд. Так. Давай, удиви меня. Один десантник сейчас. Точняк. Попытается разведать. Так что точно. Тут да как. Давно бы так. Приказы будут. О. Получен доступ к локальной сети базы фонда Мёбиуса. Расшифровка кодов безопасности. Передаю вам контроль над строениями базы. Замечательно. Это очень круто. Зажигай. 174 гигаватта. Вся мощь солнца у нас в руках. Мать честная. На ворота. И поехали. Установка в хорошем состоянии. Чтобы просверлить ворота, потребуется некоторое время, но иного способа попасть в храм у нас нет. Сэр, Талдаримы мобилизуют войска для атаки. Ай-яй-яй-яй-яй. Организуем защитный периметр и обороняем установку, пока не доберемся до артефакта. Хорошо, окей. Что у нас есть осадные танки. Ща поставим там парочку. Так, быстро, быстро, быстро. Танки, хлоп, хлоп. Один сюда, один сюда. Давайте пара новых. Окружите установку бункерами и осадными танками. Так, есть. Если ее разрушат, нам никогда сюда. Не добраться до артефакта. Быстро еще парочку. Выкладывай. Давай сюда. По поводу бункеров. По поводу бункеров, браток, сюда.
Недостаточно минералов. Давай, 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 родной. Отменить пока. Что происходит? Слопаю бункер. Еду. Бункер пошел. Режим готов. Отлично, заказываем еще один. Здесь бы реактор был бы очень кстати. Я получил доступ к тому, что осталось от сенсорной сети Мёбиуса. Я загружу данные на карту, чтобы вы знали, чего ждать от Талдаримов. Угу. Так, еще один танк. Замечательно. Кину его сюда. Так, построил, красавец. Бойцы внутрь. А ты скорее сюда строй. Еще один. Давай этот третий тоже туда пока, на время. И бойца сюда. Опа, 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 опа. Ага, хорошо, там разобрались ребята. Сейчас поставим бункер и все будет ок. Пошел на добычу. Давай еще. Дополнительные Ах хранилища. Ты, блин, как не вовремя-то. Оу. Как скажешь. Еще и здесь бункер нужен. Не хватало, чтоб на меня отсюда пришли. Хотя оттуда прийти не должны, но. Требуются дополнительные хранилища. Все может быть. Так, нет, не то. Вот эти штуки. Раз, два. Три. Недостаточно минералов. Ну давайте, притащите децл минерала. Давай, давай, давай. Есть. Все, хранилище строится. Эти сюда. Там ребята в дефе. Ого. Сильно. Так, ну, пока дефим. Пока дефим, пока вроде бы все более-менее. Недостаточно минералов. Давайте еще мне парочку таких. Выкладывай. Хорош. ТСМ готов. Вдвое можете? А, нет, я не Понял. Прокачал. Жаль. Вооружен и опасен. Есть, нападем. Внутрь. ТСМ так. Давай у этого реактор подниму. Все эти здания под земку, чтобы они не мешали мне. ТСМ готов. Все, добыча кипит. И это круто. А, что происходит? Построил, молодца. ТСМ готов. Еще один. Так, на нас там он щемится. Это нехорошо, но я куда нужно именно посадил этого ракетчика. Блин, блин, блин. Хлопец. Брось, брось. Ай. Сюда скорей. Починить. Так, давайте эти все здания вниз. Починил, красава, возвращайся. Выкладывай. Так, здесь, наверное, радарная вышка бы не помешала, а может и помешала бы. Сделаю вот такую фиговину. Как скажешь. Вниз мне, пожалуйста, троих сюда. Там вагон танков, а это мама родная, то парни серьезные едут. Вы посягнули на то, что испокон веков принадлежало богам. Ё-моё, мне ж стрёмно. Не потерпят этого. Сэр, это протосские архонты. Если они подойдут достаточно близко, наши люди не выстоят. Перевожу лазерный бур в режим ручного управления. Можете использовать его для уничтожения протосов. Ага. Слышали? Разворачивайте лазер. Так мы сможем отогнать Талдаримов. Давай сюда.
Ух. Полный вперед! Но Лазер, где ты там, родной? Есть. Кстати, там говорили, через shift можно им. Не-не-не-не-не. Браток, сюда. И потом этого. Три танка не хватает, жесть. А, и там еще. Не-не-не, так не пойдет. Давай просто так. Хорош. Разложить. Все. Сверли дальше. Вот это другое дело. Так, а мне надо, по-моему, 6. Давайте туда. Дверь сверлим. И это круто. Одного братка возьму. Нужно построить арсенал. Здесь можно и улучшиться. Не помешает. Недостаточно веспена. Ой-ой-ой-ой-ой. Прочь с дороги! Редко такое бывает, но бывает. Лазерный бур пробил внешний уровень защиты. Хорош. Сверлим дальше. Так, внутри танка это серьезно. Давай еще раз. Два. Три. Так, там ребятки сидят. Тут вроде тоже все четенько. Давай еще танков. Сейчас респен будет. Сюда. Сейчас добудут парни. Приближаются воздушные войска противника. Оу. Черт подери. Это не просто корабли, это транспорт. Сбивайте их лазером. Блин. Сбили? О, слава богу. Я уж начал волноваться. Режим готов. Танк на марше. Так, давай, здесь улучшаем. Так как пушат, в принципе, все с этой стороны. То мы будем танки там кидать. Давай еще один. Все, сели. Круто. Еще один. 3-3. Все очень хорошо. Недостаточно веспена. Так, ну веспен должен сейчас быть. Там он их добывает, блин, аж 6 человек. Поэтому проблем быть не должно. Жахни сюда. Я обнаружил излучение от нескольких протосских реликвий. Я отметил их местоположение на вашей карте. Жахни еще сюда. Ну, если будет время, мы можем разнести хранилище лазером и забрать реликвии. Вот Стэтман обрадуется. Улучшение завершено. Так, ну можно попробовать, почему... Ай-яй-яй. Выкладывай! Единственный момент, мне нужны, наверное, какие-то быстрые туда войска, которых у меня особо и нет. Строим, значит, так. А здесь построим... Кого мы здесь построим, блин? Я даже и не знаю. Мне, в принципе, не эти нужны, ребятки. Мне больше центр секретных операций. А где его взять? Что стряслось? А, вот он. Да, давай центр. Подними-ка. Сгонять туда я хочу. Причем очень. Давай мне еще ребятишек. А я могу? А, только видимые объекты, блин. Ну вообще не камильфо. Ладно, давай. Так, заказываем. Пока оно не прожгло все, что можно. Строй лабораторию. Улучшение завершено. Браток,
добывай. А, хотя сдай и сюда. Что тут у нас? Подготовить ядерную ракету. Серьезно. Оу, блин. Пристройка завершена. Потом сюда, 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 сюда и сюда. Сюда, сюда, сюда. Кого стрелять? Давай. Еще сюда. Круто. 85 на 91, блин. Чего пугаешь? Раз, два. Эй, что происходит? И ты, не, не бункер. Еду. Все запрятать. Чё тут остановился? Недостаточно виспена. Все сюда. Так, а как бы мне туда пробраться? Дополнительные хранилища. Хранилище в процессе, чуваки, сейчас все будет. Спена маловато. Добывай. Ай, добывай. Тоже веспен. И ты тоже веспен. Лазерный бур пробивает тепловой барьер главных врат. Призрак явился. Пусть жарит их. Нормально. Клев на связи. Так. Тут процесс тоже строится. Что? Точнее, Пробила. Идет. Каков наш план? Все, это все дело взять. И нужно как-то все добраться вот сюда. Как скажешь. Смерть. Улучшение завершено. Что у нас здесь? Давай, давай, давай. Пушка. Раз. Какова ситуация? Да блин. Стреляй сюда. Точно. Есть. О, замечательно. Вперед. И давай. Не-не-не, туда потом уже сейчас заберем это. Хорош. Выдвигаюсь. Плюс один. Ладно. Двигаю дальше. Есть, сэр. Сэр, на подходе еще корабли. Нужно сбить их, иначе протосы высадятся прямо нам на головы. Ай-яй-яй. Не-не-не, сюда. Сюда, сюда, сюда. Хорош. Теперь сюда. Жаль, пушка. Не, ну я думаю, должны успеть и это забрать. А, еще сюда. Не все так просто. Так, 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 так. Вот так. Все, забираем. И ходу отсюда. О, еще пару бородков. И эти тоже со мной пойдут. Можно попробовать. Встречаемся где-то будет здесь. Так, что стоим? Давай. На добычу. Есть, работем. Ядерный. Здесь улучшаем. И здесь тоже. Виспена. Ой-ой-ой, там что? Он серьезно на меня сейчас двинет. Раз, два, вот так. Минус один. Минус два. И минус три, пожалуйста. Как скажешь. Ай-яй-яй. Проще простого. Свободно. Заделаю. Так. Лазер. Отлично. Сюда. Прострел пошел.
Ядерная ракета готова. Ох, блин, я подумал, это в меня сейчас ядерная ракета полетит. Раз. Два. А, ясно, там, короче. Точно. Никто не дошел. Ладно. Подтверждаю. Кстати, я хоть одного призрака сделал? Нет, нужно сделать. Заныкать. Что происходит? Так. Давай, раз, а два, три. Выкладывай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сюда и вот так вот. Отлично. Сюда, сюда, так, так, так. Сколько стоит? 25, блин, маловато. Есть, сэр. Я хотел бы попробовать. Есть. Пойти и как что-нибудь скажешь. Тут замутить. Можно попробовать. Понятно. А ну-ка. Могу ли я лазерем? О, могу. Улучшение. Ох ты, как хорошо. Выдвигаюсь. Что-что? Проще простого. Ай-яй-яй-яй-яй. Будет сделано. Ушел в стелс. Ох ты, блин. Выдвигаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть, сэр. Улучшение завершено. Так, ладно, короче, хрен с ним. Мне он надо уничтожить. База атакована. Давай. Залп. Вообще чудно. Блин, ну а у меня никаких, да, воздушных войск нет. Тон наемников. А, есть у меня. Не фартануло. Так, ну ладно. Будет сделано. Короче, добывай. Где еще фантомы? Я думаю, сейчас я фантомчиком. Где-то у меня он тут был. А, вот он. Пойду попробую туда ядерную ракету запулить. Подтверждаю. Так. Вот туда им. А, блин. Просрал ракету только. Жесть. Как так можно? Недостаточно виспена. Тепловой барьер пробит. Лазерный бур сверлит внутреннее хранилище. О, замечательно. Они хотят осквернить наследие богов. Убейте их. Ох ты, падла. Так, а ну-ка. Эночка. Ё-моё. Ни хрена себе. Кто там идёт, а? Серьёзные парни. Сюда летит ещё одна эскадрилья. Протосы не собираются сдаваться. Держитесь, парни. Ядерная ракета готова. Все нормально, раскочегарил. Эй, эй, эй! Нам нужен этот чертов лазер. Отгоните их! Лежать. Ой, сюда еще. Раз, два, три, четыре. Потом пять сюда. Пусть пожарит всех. Улучшение завершено. Конечно, призрак еле можно выжил. Попробовать. И какой у него радиус? Буколки-то. Не-не-не, браток. Напарники. Ну так, можешь? Не гони.
Призрак явился. О, давай так. Вперед. Как скажешь. Только отбежать успей, пожалуйста. Есть, сэр. За дело. Что-то мне кажется, он не сможет отойти. Будет. Давай. Ох, красота. Ладно. Накрыло как нужно. Виспеновый гейзер иссяк. Давай еще одну. Так. Ой, блин, что-то опять там стрёмно идет. Уничтожить. Сюда. Сюда. Так, а где мой братиша? Вот он. Так. Понятно. А я могу? Подтверждаю. Вот так туда ракету заправить. А ее надо достроить еще, ё-моё. Давай еще парочку. Какова ситуация? Ядерная ракета готова. Блин, а? Выдвигаюсь. Подтверждаю. Да ё-моё, ну дай уже её куда-то. За дело. Есть. Окей. Хоть сюда дать можешь? Обозначаю. Замечательно. Ракета пошла. Заказываю сразу новую. Выкладывай. Или бы ещё свалить. Месторождение минералов выработано. Сюда, 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 сюда. Угу. Ну там нормально, все прошло. Ракета в процессе. А вот что по призракам? Непонятно. А, вот есть. Так, кстати, надо бы, наверное, еще пару танков. Хотя бы сюда. Потому что там два бункера. Мне не нужны напарники. Ушел. Да я ушел, ушел, все. Давай, так, так, так. Что-что? Ай-яй-яй-яй-яй. Все, норм, че. Браток, сюда. А я пойду. Точно. Попробую жахнуть. Как скажешь. Ай. Полный вперед. Че, не его видят? Да я ж в стелсе, ну как так? Ладно. Не, да вы шутите, блин. Можно попробовать. Что за ерунда? Есть, сэр. Месторождение минералов выработано. Да. И ракета, короче, куда-то пошла. Мне не нужны напарники. Можно попробовать. Печаль, тоска. Подтверждаю. Танк на марше! Ай, блин, я не заказал новый. Выкладывай! Давай сюда. Красота. Недостаточно виспена. А, виспен исчерпан, блин. Жаль. Добывайте минеральчики тогда. Что происходит? В принципе, мы уже дожмем. И этим составом без проблем. Сколько там? 15 тысяч осталось. Можно только на такие серьезные объекты перетягивать. Там танки. Ядерная ракета готова. О, замечательно. Как самочувствие? Так, это не тот. Вперед. Призрак пошел, родной. А, у меня есть. Выкладывай. Уже. Так, ты запрятался, красавец. Проще простого. Можешь вот так вот? Как скажешь.
Артист, ну чё ж ты лезешь, ну ёперный театр, а? Проще простого. Ну а так вот. Ладно. Его точно никто не видит. Точно? Есть. Выдвигаюсь. Ну я не понимаю, как его видят. Так, вот так вот становлюсь. Отлично, ракетка. Пошла, родная. Сейчас они выхватят. Воду. Вот это рвануло добротно. Еще одну можно? Мне так нравится. Так, ракета там скоро будет. Не, не скоро. Мне не нужны напарники. Но ничего, ничего, ждем. Ждем, ждем, ждем. Так, ну а тут пушка все сверлит. Интересно, нужно ли будет мне туда какое-то войско свое направлять? Если да, то даже и не знаю, а то у меня особо и войск нет. Давайте сюда, добывайте Веспен. Что-что? Там аж 300 единиц. Какова ситуация? Мне не нужны напарники. Так, вернись на базу. Что-что? Я возьму нового. Артиста. Ух, это я люблю. Заделай. Сейчас попробуем забраться туда. Выдвигаюсь. Посмотреть, что там осталось. Будет. Ух, там, блин, осталось нормально. Понятно. Все, ребят, есть. Алло. А меня нет, вы меня не видите. Есть. Твою дивизию, как они меня видят так далеко. Подтверждаю. Есть, сэр. Вот так, можно? Есть. Сейчас запустим еще одну. Интересно, нужно ждать, пока этот ярлычок, ну, значочек не достигнет цели. Практически. Вот это да. Вот это мы любим. Внимание. Главные врата будут пробиты через несколько секунд. После этого вы сможете извлечь артефакт. Наш священный долг — остановить этих еретиков. Да. Превратите их в пепел. Так, что там у нас? Все нормально, все держатся. Все молодцы, окей. А где мой супер скрытый ниндзя? Точно. Вот он. Ракетка жарится. Пойду к ним в гости схожу. Ай-яй-яй. Как вы меня видите? Засранцы, а? Ох, больно. Ах, засада. Ну ладно. Сегодня ты победил, Джеймс Рейнер, но эхо твоего святотатства еще долго будет сотрясать космос. Рано или поздно настанет час расплаты. Похоже, эти артефакты хит сезона, а, Тайкус? Какая разница? Главное получить с этого кредиты. Вот только если Талдаримы превратят нас в пар, наши доходы резко пойдут на убыль. Так, ну забираем, значит, быстро двигаем отсюда. Ух ты, два достижения. Большие раскопки. Выполните все задачи. Готово. Прямой наводкой уничтожьте 20 врагов с помощью лазерной установки в задании «Большие раскопки». По сложности «Боец». И еще одно есть: выкопать с корнем, уничтожить 50 строений протосов в задании «Большие раскопки» на сложности «Ветеран». Ясненько. Двигаем дальше. Сейчас глянем, что тут у нас. Thank you.
Так, ну-ну. Опа. Все не очень радужно. Джеймс Рейнер. Ё-моё. Я несу мрачные вести. Зератул. Я пронзил ткань времени, но в будущем узрел лишь забвение. Но остается искра надежды. Ее жизнь будет в твоих руках. И хотя она должна умереть за свои преступления, лишь она сможет нас спасти. Погоди-ка, ты говоришь о Керриган? Прошло 4 года, ты появляешься из ниоткуда. Времени мало, ты должен понять. Здесь ответы на все твои вопросы. Загляни в него. Судьба всего сущего... висит на волоске. Я тоже рад был тебя видеть. Вот это поворот. Вот это жесть. И чё тут нас ждёт-то? Я слышал об этих кристаллах раньше. По идее, они позволяют погрузиться в чужие воспоминания. Что бы ни нашёл Зератул, он хочет, чтобы я увидел то же, что видел он. Что ж, выбора нет. Так, вы заработали достижение. Я даже не знаю, давайте, наверное... Наверное, мы на этом лучше остановимся с вами, а продолжим все это дело изучать уже вместе в следующей серии. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте видео лайки и пишите ваши комментарии. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока.